Вот, я прошу прощения. Одним пидором пишут, другие шлюхам. Кого вы сюда подобирали? Я прошу прощения. Не-не-не, я прошу прощения. Это любовь. Нет, а может все что угодно. Просто не надо же так вести себя аморально. Заказывать проституток, заказывать мальчиков. Вы что творите? Это звучит круто. Да нет, как не звучит. Я тебя прошу. Одну секунду. Пошли в разнос. Ты представляешь, это после первой зарплаты в конвертах. Ну правильно? После первой зарплаты в конвертах начали заказывать себе по $100 проституток. Е-мое.